Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Посмотрите, какая у нас зима снежная. А со следующей недели морозы придут сильные, больше 30 градусов будет. Но, в принципе, для Вологодской области это норма. В том году тоже бывали у нас такие морозы. А я иду на Валберес получить свой заказ. Много всего назаказывала. Подарки различные, все, что нам нужно, кешки, варки, кешекорм заказала, сейчас заберу. Лаки себе для ногтей заказала. Суббота была рабочая у нас, но зато потом с 29-го я уже буду дома. То есть 29-го я уже на работу не пойду. И потом до 10-го, 11-го на работу. Поэтому будут такие большие новогодние каникулы. Сейчас пойду заказ заберу. Уже даже покушать все приготовила. Спала сегодня до 10 часов. Антон говорит: мам, ничего себе, ты сегодня спала до 10 часов. В 10:20 мы завтракать сели. Иду домой, заказ я не получила, потому что пришло две машины, не успевают разбирать. Ничего страшного, прогулялась по свежему воздуху. Тоже полезно, иначе бы не вышла на улицу. А я хочу Ольге Петровой кое-что сказать. Уважаемая Ольга, это у вас сколько такой ненависти, не поленились, вы еще эти ролики с ним, даже не ролики, а шортс. Наверное, ночь не спали, думали. Я не представляю, что с вами будет твориться, когда мы будем в квартиру с Антоном переезжать. Вас, наверное, с мигалками будут увозить на скорой помощи. С чего вы взяли, что я нищая? Ну, если так судить, у нас тогда весь поселок нищих. Собачка красивая такая. Буду кормить Антона и завтра на работу с собой возьму. Отварила звездочки и потушила мясо. Мясо домашнее, нас угостили. Спасибо большое. Я разделила, вот сделаю гуляш и остальное сделаю на отбивные. Посудомоечная машинка моется, а я тем временем испекла хлеб свой в хлебопечке. Посмотрите, вот такой примерно килограммовый он выходит. Корочка хрустящая. Нам очень нравится. Сейчас покажу, какие травы добавляю. Я уже говорила, но я сюда еще добавила. Вкусно. Их в мясо можно куда угодно добавлять, и они очень полезны. Рекомендую. Льняные семечки добавила. Видите, льняные семечки. Помощница моя рядом, и Кешу выпустила погулять. Разрезала я хлеб, чтобы показать, он еще горячий, чтобы вам его показать, что он пропекся. Такая вот корочка вкусная, аппетитная. Здесь у меня вот такие сладкие запасы. Антон уже свои съел. Я хочу вот этот шоколад показать. Мне он очень нравится. Со сливочной начинкой такой. Очень вкусный. Сникерс вот такой арахисовый. Вот этот шоколад. Очень вкусный. Цельный орех, темный шоколад. Вкусно. Вот эти не пробовала. Первый раз взяла в Пятерочке. Потом попробую один брусничный шоколад и один с капучино. Элит. А Кешенька всем приветы передает, особенно Лушику нашему приветик мы передаем. И давай выходи отсюда, иди. Спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца. Всем всего доброго желаем. Ждите наше новое видео. Кешунь, иди. Когда веточки раскачиваются, иди.